Страшный случай произошел в Твери на прошлой неделе. В одном из домов города скончалась женщина, владевшая 8 породистыми четвероногими питомцами. Работникам специальной службы пришлось вскрывать дом заводчицы, чтобы достать тело умершей и спасти запертых собак, к тому моменту уже буквально погибавших от голода. Какова дальнейшая судьба питомцев, оставшихся без хозяина, рассказывает наш корреспондент Анастасия Бучок. Как известно, за условия жизни четвероногих ответственные люди. Но что делать, когда с хозяином случилась беда и больше некому заботиться о животных? В такой ситуации зачастую одна надежда на неравнодушных людей, волонтеров и общественные организации, способные и желающие помочь животным, оказавшимся в безвыходной ситуации. Известный в Твери приют для четвероногих Love Animals и одна из коммерческих ветклиник пришли на помощь. О трагической ситуации, случившейся с породистыми питомцами в начале июля, рассказывает ревизор благотворительного фонда Love Animals Яна Липовая. Первые узнали, это горветполиклиника. Им поступил вызов, что там женщина умерла. Открыли квартиру, ну, как бы нашли ее, да, и у нее было 6 собачек. Собачек привезли как бы к нам, от лов. Сейчас они находятся под кураторством благотворительного фонда. Президент фонда Love Animals Ольга Рябова, посвятившая полжизни решению проблемы бездомных братьев наших меньших, не смогла остаться безучастной. Она организовала нахождение собак в ветеринарной клинике, где животные пребывают до сих пор под постоянным присмотром ветеринаров. Кто-то уже успел найти своих новых хозяев, но все еще 6 балонок и 1 дойтерьер находятся в ветклинике. Ситуацию нужно решать как можно скорее, так как средств на дальнейшее содержание собак попросту нет. О состоянии четвероногих рассказывает директор клиники. Собачки в целом хорошо кушают, пьют, они сейчас чистенькие, ухоженные, они чувствуют себя прекрасно. Все собаки здоровы, прошли обработку и стрижку у грумеров, и сейчас с нетерпением ожидают своих новых хозяев. Забрать собачку можно в клинике «Барс» на проспекте Чайковского, 23-Б.